Кстати, сейчас будет исполняться танец «Сарматка» и музыка в аранжировке Надежды Орловой. Это прекрасная аранжировщица. Я увлеклась какое-то время назад в «Фьюжн». И это, если вы хотите, чтобы вам какую-то музыку аранжировали под балетанс, пожалуйста, ко мне обращайтесь, я дам ее контакты, потому что потрясающая девочка аранжирует. Танец «Сарматка», откуда он возник? Мне очень нравится творчество такого музыканта Ратибори. Он в стиле фольк-рок, ну, русский фольклор, ну, как бы роковая обработка. Но я недавно узнала, что это, оказывается, ученый мирового уровня в области физкультуры и спорта. Но тем не менее, то есть он, как я, перешел из профессионала в любителя. То есть он был тогда профессиональным музыкантом, сейчас любитель. И с его согласия, кстати, я сделала эту аранжировку этой музыки. И вот это видео ему отправится. Не знаю, как понравится, не понравится. Но... Ну, чтобы понравилось видео, вот не заходи за эту линию, а немножечко подальше. Ну, а кстати, если уж вспоминать ваших там сарматов, сарматов наших, вот ваших сарматов, которые... то, к сожалению, эти сарматы, видимо, прародители русского народа. Потому что у них был, как я помню, матриархат. И вроде как считалось... Не, к сожалению, нормально это. Да, что они происходили от амазонок греческих. Вот, да, вот поэтому она такая у нас женщина и воительница. Вот так одета. Вы слышите, эта песня написана им по историческим... То есть не просто так пишет, он всегда изучает историю, после того только пишет песни. Поэтому послушайте внимательно текст. Да, и вот этот матриархат пришел в наши семьи со словами «мой дурак». Зарплату принес. А то, если дурак. И обратно. Нормально, нормально, все. А если... Вот. Все, давайте теперь приступим. Володя, а если у дурака нет зарплаты? Тогда я его приглашаю снимать за бесплатно. Поехали. Покинув земли фонта, покинув вышли славя Посейдона.
твоей кожи. Ведь выйти замуж не могла сарматка, пока врага твою убить не сможет. Моей рукой отберня узкива, по пути бросив выпускали стрелы. Скачет по ленице, во все оружие степною.